საღამოშვიდობისა. Первое рыкши сенсационный видео, масала панкеши ярагит ваджробише сахеб. Чуен гачунем тром ше ярагеба ик цхинвалис регионши ганлагебули русетис самхедро нацилебидан шедис. Ярагис саболо данишнулеба чечинетия. Ашкара хтеба ром русети панкеши кяронда тилобдес антитеррористул операцияши чабмас арамед сакутар самхедро нацилебши. Ам фактис гамо ашкараба песо куртанидзем чечинетис ушишроебис офицерис дахмаребит моахерха. В этом плане работал, чтобы как-то определить, кто есть кто. Вообще, чтобы нас не обвиняли. Вот чеченцы приехали, Грузии, потом людей начали воровать, красть, выкупы брать, чечены, 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 кругом чечены. Аюпай Кайве амбопсом тавидан мис мизани импирта гамулена иго, винц банкиши адамианебс итацебс да квалапэрс чеченебс абралебс. Асе гаицно ман тавдатвис саминистрос полковники Тристан Цителашвили. Через знакомых я подружился с Цителашвили, Тристаном, если я прав кружу. Ну, были информации, что он и оружием торгует, но я так не подавал виду. Дружил, и потом выясняется, что он еще, оказывается, у азербайджанцев взял деньги, чтобы выкупить человека. Адамиан Бизгатат Себише Сахеб Арем, Аграм, Ярагитон Вачров, полковник Цителашвили, Амише Сахеб, Таудатвис Саминистроши и Цотнен. Иго Масалеби Самхатр прокуратурашиц. Агбочта Ярагис Сачурвелис да Сабзулу Масалебис Данаклиси Бетертмеде Бригадаши, Ровелиц Машин дислоцировали его Кодаши. Туявкевзе и Колапараки, Схадасха Маркис, Атоматевзе и Колапараки, да, ерт Сабзулу Манханацико, ерт Сали Дагаргули, Вермиякулес, Сабзулу Манханацико, Тавари Самхедро прокурор Гиаджи Киямоц Мопсром, Амбригадис Упросис Муадгиле, Тристан Цителашвили, Пасохис Гебаши Майнц Армии Уцият. Ангариши Гаеце Эймасром, Абхазечи Ибцода. Мецамас гагебули рагаца рагаце утхиат ро ай зярахс ваჭრობს рагаца ик ки гагида хэ ярахс ваჭრობს ешелунებით ки ар ваჭრობს ну магра но царгеул შემთხვევები ხა მე მაგალითად რა ამ გაუსადრის პირობებში თქვა შეიძლება კაც მართლაც ხა ეს მეომარი კაცი იყო იცი თქო ავაზას მეთაური იყო აფხაზეთში იბრძოდა იქით აქედა მოკლედ ციტელაშულ სამსახურის დატოება აკმარეს იარაღით ვაჭრობა კი გაგრძელდა Америдан, Русул, да Осур самхатру нацилебтан танамшир молобит. Да. Да. Чуэни тхоунит чеченма офицерма ярагы шесакватат полковник Цителашвилс шехвадра даудква. Ромелиц парулик Америд гадавигет. Хорошо. Семь часов. А что он сказал? Никуда морджи не шли, семь часов. Сегодня, да? Таткнул дрозд Цителашвили армовида. Та чуенма респондентма мас джихуридан мобилур телефонзе даурека. Алло, где ты, слушай? Каиркваром полковники икве, капе делюкс танидга. Ага, давай здесь встретимся тогда. Цителашвили матквором ушишроби саминистродан модиода садат из гаобртхилебиат. Друг мой, который у меня есть там, помнишь? Да. Он мне звонил. Да. Ровно 10 часов дома. Срок приезжай ко мне, говорит. Пойдем туда. Он начальник военных подразделений. Им никому не говорил, понимаешь? Кто Амрадский? Кто вон мой друг, понимаешь? Кто? Начальник контрразведки? Да, да. Никому вообще абсолютно не говорил. Не спасибо, не скажу. Смотри сейчас, он что мне говорит. Короче, они сейчас собирали информацию про тебя, понимаешь, собирали. Про кого? Про меня, понимаешь, как будто я работаю, короче, сейчас на Чечне, короче, и достаточно уделяю оружие, понимаешь. Шехотрек Апеши Гагцелте. Пойдем что-нибудь, пойдем. Посидим, что, ты спешишь куда-нибудь? Куда? Саубарик Атхалудис танхлебит цари марта. Цителашвили матква ром из Чечнетис цармадгенелма Хизри Алдамовма даасмина, ромелиц адре мизган кидулобда иярахс. Ахла ки сва мимцодебели ушовия. Это точно. И после этого он меня заложил по горе. Хизри, понимаешь? Полковники Даймукра, from Алдамов згалац арши арчинда. Я хочу, чтобы Хизри поймать, понимаете, это сказано. Хизри поймать. Вы это знаете, потому, знаете, почему хочу? Потому что
он мне, знаешь что, он мне мою репутацию, короче, перед государством, короче, и перед вами, короче. Он тебя замешивал везде, короче, да? Да, и вот он, а он, короче, на себя взял все, короче, и этот самый, ваш акцент на меня, короче, перебросил, понимаешь? И он работает, что быть надо, не только с похищенными людьми, он на наркотиках работает. Манамде ки ушишроебаши гавленианма мегобарма цитилашулс дамалва урчия. Он мне сказал: "Давай сейчас иди домой, короче. Ну, твоих близких позови туда, короче, чтоб пока всё не зацикляется, да? Чтоб, короче, ни с кем, если кто-то и позвонит, встреч назначит, короче, если... Не ходи на контакт. Не ходи нигде, короче. И дома один не сиди, короче. Цитилашвили შეხვედრაზე მაინც იმიტომ მოვიდა, რომ მას ჩეჩნების ფული ემართა. Один чеченец говорит, если ты с ним такие отношения дружеские имеешь, ты знаешь, что говорит, ты 14 тысяч долларов, которые он нам должен, говорит, ты должен будешь заплатить. Почему я должен платить, короче, Цитилашвили 14 тысяч долларов, которые когда-то он кого-то кинул. Почему взял Цитилашвили эту деньги? На оружие взял, на что еще? Посказал, что оружие привезет туда-то. Потом у другого 7 тысяч долларов взял. Байкова Цитилашвили საცნობა, რომ ასპარეზზე იარაღის ალტერნატიული მიმწოდებელი გამოჩნდა. Шота, რომელიც полковникс шарлатанობაში ამხელდა. Он говорит: "Я по 500 долларов доставал, стрелял ракеты". А Тристан говорит: "Важен продавал, говорит, за 3000". Что бы чуть ничего не было, что когда пришли, друзья. Он один так и был, да. Он один так и был, что. Он не имел ничего не было, он один так и был. Не доверяю. Не доверяю, ни в коем случае. Не, я не доверяю. Что-то уже, короче, два раза взяли на доставке оружия, короче, и два раза отпустили его. Короче, смотри. Цитилашвили განაცხადა, რომ ვალი სანაცვლოდ კომპანია სარაჯიშვილის მფლობელს, ბუბუტეიშვილს მოიტაცებდა. Взамен долга этим людям, которые должны, да, друзья, он говорит, что украдет кого-то в Грузии и рассчитается со своим долгом. Коня, который выпускает, как его, вот это, Сараджишвили, хозяина этого, кто заведует этим заводом, я не знаю. Мне эта фамилия не сказала, что Сараджишвили есть, кто водку или коньяк выпускает. Вот его, говорит, отдам, еще, говорит, они мне должны останутся. Кусу водку, которую имеет, как вы? А с Лексу, что ли? Лексу? Нет, это вот. Ну, кто про кого Лексу говорит? Это Сараджишвили, что ли? О. Это Зелен, мил. Это Зелен. Они говорят, если не серьезно, говорят, нет. Пусть или, говорит, расходы, говорит, наши вернут, или говорят. Нет, это Зелен. Короче, мы свои дела, Зелен. Да. Пускай остальные, потом они свои дела. О, да, хорошо. Я вот, допустим, я не буду присутствовать в этом деле, понимаешь? Да. А? Вот, не, на, когда они будут брать, да. Тебя не будет там? Да, меня не будет там. А кто будет? Я должен брать. Нет, кто-то должен будет показать, вот, возьми. А это я покажу, короче, это я тебе покажу, все. А буду, вот, знаешь, где-то рядом вставать. Вот так. Хорошо. Рядом буду стоять. Допустим, там еще что-то не получится или что-то, короче, там. На подстраховке, да? Да, на подстраховке. С своим ребятам буду в машине сидеть и... Он, это он хочет. Но чеченцы не подпишутся на это. Зачем им какой-то там... И так сегодня приехал там какой-то Шойгу, Майгу, кто на это пойдет? В сегодняшней ситуации из-за себя, из-за каких-то 14 тысяч долларов создавать проблему всей Грузии. Это там беженцы. Все остальные, понимаете, такой шум поднимать не стоит. Саболот Цитилашвили განაცხადა, რომ ცხინვალში რუსული სამხედრო ბაზიდან წამოიღებდა იარაღს, რაც არაერთხელ გაუკეთებია. Из ცხინვალა, короче, представляю, как аварис, тебе 24 приедет, короче, и с ним поезжай, возьми товары, доставай туда банкисы. Из ценвали, короче. Да, из ценвали, короче. Они хотят, короче, патроны хотят. Да, до Тбилиси или до Ахмета? Надо доставить. Да, Ахмету, короче, доставим, только другой машиной возьмем. Амис შემდეგ Цитилашвили გამოთხდა, რომ მეგობრებმა გააფრთხილეს პაიკავთან საქმე არ დაიჭირო, რუსთავი ორში იყო მისულიო. Ты хочешь меня испортить, понимаешь? Да. Ты как будто. Я хочу тебе испортить. Да, да. Кто это говорит? Ну так мне сказали, ну это сказали, что... Როგორც ჩანს, რუსთავი ორის ოფის თვალყურს ადევნებდნენ და წინ ადგით პაიკავის ვიზიტიც არ გამოპარვიათ. Слушай, тогда что завтра делать? Завтра поедешь? Куда? Куда? Туда сюда? Давай на послезавтра отложим. Завтра машину найдем и на послезавтра отложим. Послушай, тогда здесь говорить не будем, давай уйдем отсюда. Да? Уйдем отсюда. Давай уйдем.
Арц ту гасаквират манканаши мждари ჩვენი გადამღები ჯგუფი პოლიციამ დააპატიმრა. Თანაც ზუსტად იმ დროს, როდესაც კაპიტან წითელაშვილი გამოვიდა. Меоре დღეს 60 წუთის ოთახს ესროლეს, ხოლო ჩვენი რესპონდენტი გააფრთხილეს. Თუ კი შეხვედრა გადაღებულია, ამას არ დავჯერდებითო. ჩვენგან დუმილის პასუხად პოლკოვნიკთან იარაღზე მოლაპარაკება გაგრძელდა და შეხვედრა ერგნეთის ბაზრობაზე დაინიშნა. Თუმცა იქ მისულ ბესო კურტანიძეს და მთელ გადამღებ ჯგუფს თავს გორის სამხარეო პოლიცია დაესხა. Ისინი იარაღის მუქარით გაჩხრიკეს და ტერიტორია დაატოვებინეს. Дамтховис გამოსარიცხად полковникმა კიდევ ერთი შეხვედრა დანიშნა. Გუშინ წინ ისევ ერგნეთში ოღონდაც ოსების ბაზრობაზე. ვახო კომახიძე და 60 წუთის ოპერატორები ალეკო კვატაშიძე და ბესო ხითარიშვილი ოსურმა პოლიციამ შეიპყრო და სცემა. Ისინი საქართველოს უშიშროების სამინისტროს ჩარევით გაათავისუფლეს.